блядь, что он долбоёб, погреб ты его нахуй. Уебал нахуй. Я, блин, не хочу барабан обратно.
Здорово, Илья Максимович. Получается, нет. Keep it spirit. Блять. Возьми трубку, Стивов звонит. Стивов еще не приехал. Блять, как выключить эту хуету, блядь? У меня, короче, после затыка почему-то не хочет твой внутрь ехать, и все, машина. В валенок положи ее. Машина? Пизда. Машина полная пизда, хули тут говорить. Здорово, здорово, Алексей. Не, у меня вообще 18-й год, который 44-ю неделю с первого этапа. Хули ты улайпишь, лёг нормальный, одень нормальную резину, блядь, езди на нормальной резине. Народу пока еще не сильно много. Кай, как и твой, на эвакуаторе поедет только у меня. Вот, разгоняемся от колючей проволоки, получается. Здорово, здорово. Придержу рукой ее, блять, стекла не опускается. Скорость 90 где-то. Что у нас отвалилось, блять? О, плавник со стороны. Ты плавником ему машешь. Его развернуло. Что отвалилось? Сильно не газуй сейчас. Чё отвалилось? Да он не отвалился, он, блядь, не газуй так сильно. Ну, сука. Чуть-чуть. Уже было так или это сейчас? Нет, сейчас. Там я, блядь, я присел. Ну, сука! Похудел, походу, бензобак, я думаю. Мы перекладывались, эта хуйня полностью ему махала. Да, и он получил ей даже. А ебать его в рот! Ну я думаю, он больше от смеха развернулся. Ты как касатка. Спроси, чего они развернулись-то? Прозрачные. Спроси, почему они развернулись? А чего вы развернулись? От того, что я вам помахал,
только в сиськи. А я, бля, все, короче, резины нету. Я прям стою, газ нажимаю, ты вовнутрь, я наружу. Ты что, гнида, на машину ломаешь, блядь? Я случайно, ты видел, как гребень мотал? Нет. Он отстегнулся. А там снегом все, снег под него не видно было. Но я слышал, что... Тут! Я все в боксе оставил. Что, как гребень выпал? Ты вообще, блядь. Ну там крыло мы, походу, хуй выправим. Крыло? Ну хуй знает. Если посмотрим. Бак снимать. Сережа сказал, мол, пошли вы нахуй, что так поздно. Я тебе написал. В смысле поздно? Ну, блядь, он там у Тамаза, и после Тамаза сразу сюда. Либо вечером, либо утром. Что за Сережа-то? Картавый, который. А, у него прям? Да. Ладно, короче, катите с хуям. Давай. Блядь, механик какой добрый. Мотор Жигулины. Синяя Старлюс. Воздуха? Да. Мы с ним не ездили близко.
Ну инженеры того рот. Заебал он, блядь.
стал ездить. Да. Кулаки переварил потом. Он у меня мерил мой Аккерман. По моему Аккерману варил все кулаки. Мы же не сильно вроде уебались сегодня. Что, уебались что ли? Я что-то колесо нахуй так. Ну мне кажется, ему в задний маленечко так. На постановке. О, мы сейчас первыми поедем, с траектории как раз посадим. Посадим. Какой канал на рации? Чёрн спрашивает. Чёрн. 4-3-3. Ты опять на эти хуёвины не посмотрел. На какие? Ленты. Thank you.
тебя флип подшипником.